Так, мы приехали на какую-то базу, где что-то делают с автомобилем, либо продают, либо... В общем, все для автомобилей. Почти в горах. Хочу купить наклейки на машину. Ну, какие тучи, какие облака на... Не туда? Данютик мой, баскетболист. Ему 15,5 лет, мне будет 16. 2 метра роста. Сумочка моя, химик мой. Так, взбираемся по лесенке. Доктор Шах, купуй тут. Я тут знаешь? Нет, вообще я знаю. Мама, я тут знаю. Нашла? Нашла? Есть кто живой? Ау! Здесь ты думаешь? Ну, сказал, что здесь. Тебе руль не нужен? Руль нужен. Тебе руль не нужен. Я соскучилась за машиной. Я когда приезжаю отсюда, я сажусь за руль, и мне кажется, что я первый раз села. А далеко ушел, вы не знаете? Давай, что случилось? Да поправи. А ну-ка раз это, расслабься. Нету? Вообще нигде здесь нету? Ну, может, у кого-то есть, у меня нет. А, ну пошли походим, посмотрим. Только, когда вот купил, бывает. А вот так, конечно. Мафия. Всякие прикольные есть такие наклеечки. Угу. Вот это все, что есть, да? А сколько такая наклеечка стоит? Ну, возьми такую. Сколько она стоит? 25. Силиконовая наклейка. Это прям на машину? На стекло машину? Можно? Куда хотите. То есть она не отвалится? На машину, разницы нет. Ну давай, но две обезжирить такие. Обезжирить обязательно. Что значит обезжирить? Ну, меня можно обезжирить? Спиртиком можно. Чтобы она приклеилась хорошо. Ага, хорошо. Вот таких две штучки мы берем. Все, да? А чего ж так мало наклеек? Раньше были всякие прикольные такие наклеечки. Ла-ла-ла. Оу. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, Данюк, да, как нас много здесь в одном месте скопилось. Ты заплатила? Спасибо. А вот это что такое? А что это такое? Наклейка? Да. Не, ну вот это лучше. Тут этот герб есть. Ну, наклейка, ну тут обычно. Не, нет, там это лучше. Штуки, 25 гривен, штучки, да. Обычно. Кому-то есть пластиком длинные. Все, пошли? 70. Данюк. Нет. Данюк. Ване привет. Спасибо. Мама с сыном. Батя с моим внуком.